Всем привет, друзья! Вы на канале «Рыбалка с Димоном круглый год». Меня зовут Димон. В связи с тяжелой ситуацией в мире, как и в нашей стране, ситуация с протоколами весной внерестовый запрет может обостриться. Отправляя друзья на рыбалку, помните, у вас должна быть снасть с одним крючком. Будь то фидер, будь то поплавочная удочка, максимум с двумя. Так же, как и на спиннинге, два крючка. Одна снасть, два крючка. Это первое. Второе. Обязательно поинтересуйтесь на сайте Росрыболовства или у вас в вашей местной охране, согласно вашего региона, какие виды рыбы можно ловить и каких размеров. Дело в том, что эта информация может с легкостью измениться. И потом уже на рыбалке вы скажете: «А я не знал, я не читал». Не забывайте, друзья, незнание закона не освобождает вас от ответственности. И третье. Отправляясь на рыбалку, прихватите с собой средства видеозаписи. На случай столкновения с рыбоинспектором сразу врубайте запись. На упрек «нас снимать нельзя, мы при исполнении» — ваш ответ: «Я снимаю не вас, я собираю доказательства своей невиновности». Это совершенно разные вещи, и в законодательстве трактуются по-разному. А также, друзья, не забывайте про норму вылова. Нарушать ее совершенно не нужно. За это также, друзья, предусмотрено наказание в виде штрафа. Чем больше рыбы вы отпустите, тем больше ее будет в реке. Вот такая, друзья, информация. С вами был я, Димон. Всем удачи, друзья, и пока. Не хвастаньте, шуй вам на весенних рыбалках.